Территориальные избирательные комиссии Гагаринского и Нахимовского районов Севастополя подвели окончательные итоги дополнительных выборов депутатов в муниципалитеты. По результатам голосования в Совет Гагаринского муниципального округа прошли Михаил Куликов и Галина Ульянова. Эти кандидаты набрали 34,84% и 37,79% голосов соответственно. В Совет Андреевского муниципального округа прошли Светлана Брюзова. За этого кандидата проголосовало 40,85% избирателей. И Александр Маснюк. Он набрал чуть больше 79% голосов. Председатель Севастопольской городской избирательной комиссии рассказал, что на 18 участках в Гагаринском районе Севастополя работали комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые обеспечили оперативную работу участков. Установлены КАИБы, которые сработали на все 100%. Никаких проблем с КАИБами не было. Значит, принимались все бюллетени без проблем. Люди уже привыкли работать с ними. Я имею в виду и избиратели, и комиссии. По-моему, в том числе это позволило уже в 11 часов, я имею в виду в 23 часа вчерашнего дня, работу Гагаринской ТИК, как говорится, временно приостановить, пойти отдохнуть для того, чтобы сегодня подготовиться к работе, дальнейшей работе, подведению итогов. Сергей Даниленко отметил, что в Гагаринском районе досрочно проголосовали менее 1% от общего количества избирателей. В Андреевском муниципальном округе досрочного голосования не было.